Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний наш видеообзор посвящен видеорегистратору компании Falcon, модель HD20 LCD. Данный видеорегистратор может снимать видео с разрешением 1280 на 720 пикселей, имеет откидной дисплей диагональю 2,5 дюйма, а также инфракрасную подсветку. В комплект поставки видеорегистратора входит инструкция пользователя на русском и украинском языке, а также гарантийный сертификат, крепление присоска с поворотным механизмом, кабель меню USB для подключения к компьютеру, а также зарядное устройство в прикуриватель. В передней части устройства расположена камера, а также 4 инфракрасных диода подсветки. В верхней части находятся кнопки управления видеорегистратором, а также отсек аккумулятора, карты памяти SD, объем до 32 ГБ. Здесь же расположено отверстие динамика, а также башмак крепления. В боковой части расположены разъемы питания, а также разъем мини-USB и мини-HDMI кабель. В нижней части расположено отверстие микрофона, а также откидной дисплей, который может поворачиваться на 90 градусов в одну сторону, на 180 в другую, а при необходимости его можно и вовсе развернуть. Под откидным дисплеем также находится световой индикатор. Меню видеорегистратора полностью русифицировано и имеет интуитивно понятный интерфейс. Здесь доступны такие настройки, как изменение разрешения видеозаписи, настройка частоты кадров, наложение даты видеозаписи, настройка даты и времени и многое другое.